Решил уволить секретаршу, говорит начальник инженеру. Инженер: почему? А что случилось? Да ты не поверишь, в день моего юбилея смотрю, она идет с двумя тяжеленными сумками. Но я решил ей помочь, она не отказала. Еще говорит мне: пойдем ко мне домой, кофейку попьем. Но я и согласился. Слушай, да что здесь плохого-то? Наоборот, хорошо. Пришли к ней домой, значит. Она в соседнюю спальню ушла, а сама говорит: да ты посиди здесь, я тебя сейчас через пару минут позову. Зовет она меня, значит. Я захожу в эту спальню, а там стол стоит накрытый, а за столом коллеги мои сидят. Даша, это прекрасно. Такой момент, такой сюрприз. Да ты просто не понимаешь, в каком я виде туда зашел. Всех с пятницей, чтобы выходные прошли замечательно.